Кисловодск. Кисловодский железнодорожный вокзал. Очень интересная архитектура. И нас встречает погода дождем. Курортный бульвар в городе Кисловодске. Вот такой интересный город, очень холмистый, гористый, окружен горами. Сегодня дождь, все в тумане, и очень хорошо побродить по улочкам. Вот эти все места заливает иногда река, но это бывает очень редко. Река Березовая, она выходит из берегов и затопляет центр города. Наводнение 2002 года было очень сильным в Кисловодске. Оно даже разрушило два моста. Внешний вид питьевой галереи Нарзанной в Кисловодске. Здание в готическом стиле, громадное, построено архитектором Уптоном. Галерея питьевая, украшенная статуями в античном стиле. Скульптура, которая украшает Уптоновскую питьевую галерею Кисловодска. Античный стиль. Дорогие зрители, мы с вами находимся в самом крупном бювете города Кисловодска. Этот питьевой центр был построен еще в середине 19 века архитектором Уптоном, тем самым, который строил дворец для графа Воронцова. Этот же архитектор построил питьевой бювет в Ессентуках, облицован мрамором и украшен скульптурами в античном стиле. Вот мы видим, как подается вода Нарзан. Общие доломитовая, сульфатная вода, холодная, горячая. На стенах работы местных художников.